показатель долговой нагрузки, сравнительно молодое понятие, которое стали использовать с 1 октября 2019 года. Если ПДН слишком высок, то возрастает риск того, что заемщик не сможет вернуть долг, а значит при выдаче кредита компания вправе применить повышающий коэффициент для ставки. Узнайте, какая формула используется банком для заемщика физического лица, как происходит расчет для компании. Правильно оценивайте свои шансы и заранее устраняйте то, что повысит ПДН. Подробности на сайте.